привет, друзья! Мы находимся в центре города. Я только что отработала, меня Роби с мамой вместе забрали с работы, и мы приехали в центр, потому что у нас сегодня начинаются летние ночи. Нет, они начались уже вчера, извиняюсь. Четверг, пятница и суббота. И мы решили все вместе, всей семьей прогуляться по городу. Мамуля, привет! Я здесь, да. Он Роби, он вперед побежал. Он любит здороваться. Сейчас он передаст вам привет. Дубль 25. Давай, как? Ой, против солнца, Руби. Дай мне миллионы, дай. Давай. Дубль 2. Всем привет, мы гуляем. Гуляем, я. Да, гуляем по городу. Да, тут тебя не видно, ты большой сила. Все в кадре, все. Все в кадре, все. Видишь, как хорошо снимает мама. Правда, здорово снимает. Посмотрите, сколько людей, все гуляют. Классно! А, секьюрити сейчас опять будет проверять сумки. Хорошо, что сумки не взяла. Ну, пойдемте гулять. Она наш раз. Туда-сюда, куда хочешь. Ты один раз или здесь заходишь, или там, мам. Когда нету солнца. Прохладно здесь? Хорошо. Я уже не знаю, сколько я в городе не была. А я недавно. Ну, конечно, ты гуляешь у нас все время. А я все время работаю. 10:08. Отлично. На башне, да? Да. Классно. Это памятник, фонтанчик. Людей много, музыка, тепло, лето, солнце, красота. Летние ночи в Аугсбурге. Такое ощущение, что это стена. Да. Когда делают тут немножко, да. Да, такой стена. Мамулька, красотулька. Друзья, все тебе привет передавали. И вам всем привет, привет. О, а тут что, саксофон у нас? Я слышу. Сейчас выключу камеру, покажу. Сказала, пойдем подкрепимся после работки. Да, пойдем. Пиццу где-нибудь покушаем.
Ну да, то есть. Что тебе посолить давай? Робби, что ты пьешь? Текила. Текила. Ааа. И мама цвест. Лизнуть, выпить лимон. Лизнуть, выпить лимон, я думаю. Хопс. Вот так пьют в Германии. А жена даже помогает, соль держит, подает. Нет, у меня пинаколада любимая. Расскажи, что это. Я метолзу. Мой самый любимый коктейль, в который входит, что там, ром, сливки. Что еще люблю? Ром, сливки. Ром, кокос, мельчик. А, кокосовое там что-то такое. Там очень-очень вкусно, сладко. В общем, я поняла, вот стоит мой стаканчик. Через полчаса будем снимать дальше, если сможем. Ну а я подошла к своему любимому магазину. Сеточкой, шальки, бактусы и вот такая сумка, вязаная крючком. Посмотрите, какая интересная. В виде мешка. А вот эта маечка, вот она на модели, а вот здесь она связана на манекене. Классно. Да? Да. Знаменитый oder очень. Швайц, Швайц или Бельгия, да, Бельгия. Вот мы походили, погуляли, видите, уже темно, 10 часов вечера. Купили мы мороженое соленое, покушали, Робби еще пивка попил. И вот сейчас еще немножко посидим и пойдем домой, потому что Аленке завтра на работу, Доминик дома нас ждет, и нам надо возвращаться. Вот так мы сегодня погуляли, провели летние ночи в Аугсбурге. Всего доброго, счастливо. Это самый главный Кёнигсплац. Все трамваи здесь встречаются. Все пересадки во все направления. Вот сейчас и мы поедем. Вон Аленка стоит с Робби. Все, праздник закончился. А молодежь вся будет гулять до утра. Вот и наш трамвай.